нами игрок Диабло, сейчас он будет играть против Кулера. Скажи нам, пожалуйста. Перед нами игрок Диабло, сейчас он будет играть против Кулера. Расскажи нам, пожалуйста, об особенностях карты и как твой настрой против соперника. Пока мы еще не знаем, какую карту мы играем. Я думаю, это, скорее всего, будет или Frantic, или Edge. Вот. Пока что я не очень получилось настроиться на эти компьютеры, но лучше, чем ничего, поэтому посмотрим, я думаю, 50 на 50. Как вообще протекает турнир для тебя? Вот первые игры какие для тебя были? Интересные, интересные? Соперники сильные или слабые? Да, соперники. Но только что был Alien Morph, 4 врага, все в разнице. Поэтому я думаю, говорю саму себя. А как ты видишь топ-3 игроков в финале? О, все было сказать. Ну, я думаю, Кулер, Джиба, ну, обыкновенно, Quake 3 игроки, они же будут в Q4. Хорошо, спасибо. Удачи тебе. Сокольский Игорь Зинович, меня зовут, а никнейм Хантер. И игра с Кулером была, ну, вначале, то есть он доминировал на карте, он мне не давал ракету, если ты любил. Потом, в принципе, мне удалось уйти в контроль. И у вас в Москве немножко по-другому игра совершенно карта. Еще не так пошарено, как у нас в Москве, где прошло уже два чемпионата, немножко побольше опыта за счет. Как вообще видишь топ-3 финала? И включаешь ли себя? Я же сейчас в суперфинале. А, ну да. То есть, ну, второй, я не знаю, ну, не знаю, какие прогнозы, но думаю, еще будет Кулер и, наверное, Гиббс. То есть я даже не видел, как он играл. Мой напарник с ним играл. Я смотрел по игре. Более-менее неплохо. Хорошо, спасибо. Удачи тебе. Спасибо. Начинай. Итак, перед нами Джима. Сейчас у него будет одна уже из последних игр. Расскажи, пожалуйста, о своем сопернике и о твоих шансах. Я думаю, что шансы у меня 50 на 50, так как вчера я с ним играл на плейграунде. Но вчера проиграл. А вообще я тренировался только 4 дня. А какой у тебя шанс в топ-3 попасть? 10%. Сколько? 10%. Да. Основной претендент. Ну, допустим, вот Хантер, он тренился один месяц. Я у него спрашивал. Но он играет в порядке лучше. Удачи. Bye.
спрашивает. Что нет? Он говорит. Спрашивает. Он спрашивает. А, перед нами Пипс. Расскажи нам о своих играх на сегодняшнем турнире. Вначале я достаточно... Ну, как в начале первая игра очень серьезная, со свипом, да, свип никого. Все было жестко, я выиграл 2-1. В следующий тур я попал на... У меня дальше была очень жесткая халявная сетка, до четвертьфинала у меня не было ни одного нормального ника. Я попал на свип, ой, не свип, Навс, вот, Ясу Навс. Я насосал ему 2-0, играв не в свой раз. Очень смешные игры. У меня экспанд, у меня тир 2, у меня герой 4 левела, у него нет экспанда, у него тир 1, герой 1 левела. И я проигрываю. Как же так произошло? Телепорт на экспанд, окружение форсира, у него 3 левел, у меня нет форсира 4 левела, который раскрешает нужен час. И у него достраивается экспанд с маслышками. И я проигрываю. А потом я выиграл чувака какого-то с ником Рустом, что-то там. Теперь я жду победителя игр между Черепом, Титаном и еще каким-то из Эйс-4X. Думаю, что я должен попасть в топ-6 точно. В топ-4 я бы считаю это приемлемым результатом моего скилла сейчас. Ну что, удачи. Спасибо. Это интимно, не снимайте. Хорошо прозрение. Да. Забег, Хамс.